Из Орловской области в Ярославль вернулись лыжники-ветераны. Они принимали участие в соревнованиях памяти воинов Великой Отечественной. Часть нашего города защищали 9 спортсменов, бывших работников Северной железной дороги. Состязания проходили на Орловской земле. Не случайно она находилась под оккупацией в течение 2 лет. Один из главных организаторов турнира, ярославец Евгений Курочкин, сам родом из Болоховского района Орловской области. В войну здесь полегло более 100 тысяч русских солдат, в том числе 6 лыжных батальонов. У мемориала в селе Болохово и был дан старт соревнованиям. Кроме ярославцев, в них приняли участие ветераны Московской и Орловской областей. Наши земляки победили почти во всех категориях, а Евгений Курочкин показал лучший результат среди самых старших от 75 до 80 лет. Эти события, их надо тиражировать, их надо больше привлекать к этому, к этим событиям, вот молодежь, школьную молодежь, потому что тот возраст, который я представляю, мне уже 75, значит, нас уже остается немного, и рассказать будущим поколениям практически только можно или по фильмам, или по книгам, а очевидцы уже редко кого встретишь.